10 лет, 100 проектов. В Заполярье сегодня дан старт программе «НАО-100». Это конкретный план действий по развитию региона на ближайшие десятилетия. Причем формировать этот план будут непосредственно жители Ненецкого округа. Мероприятия проекта станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Пул проектов будет формироваться жителями Ненецкого округа. Это проект, который будет у нас являться творческой инициативой каждого жителя нашего округа, который неравнодушен и готов принимать участие в формировании карты нашего субъекта для реализации различных инициатив и социальных, медицинских, дорожных, жилищных проблем. Сотенство по 25 ноября включительно будет предоставлена возможность каждому гражданину без исключения подать свое заявление и высказать желания, потребности, чаяния, которые он хотел бы здесь на территории округа реализовать. Строительство жилья, культура, образование, медицина, бизнес, интернет-технологии, связь, доступная среда. Предложить проект можно в абсолютно любой сфере. Сделать это можно на портале «Народный контроль». Для этого необходимо войти во вкладку «НАО-100» и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта, ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончании нажать «Отправить проект». Напомню, прием проектов стартовал сегодня и продлится до 25 ноября, после чего предложенные инициативы примут к рассмотрению и начнут формирование основного пула проектов. Для этого необходимо...